10 марта в Балаговском районе области на трассе М-11 столкнулись три большегруза. Произошел так называемый «задний вариант». В аварии пострадал водитель последнего, третьего по счету грузоперевозчика. Из-за ДТП участок трассы на какое-то время был закрыт. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Первым отделом по расследованию особо важного дела регионального следственного комитета продолжается расследование уголовного дела в отношении троих жителей Тверской и Ярославской областей. Сегодня стало известно, что Андрею Копусову, Артему Жарову и Михаилу Пелевину предъявлено обвинение в совершении незаконной охоты и жестоком обращении с животным. По версии следствия, в период с 23 по 27 февраля трое мужчин, предварительно договорившись между собой, находясь на участке местности акватории заводи реки Малога в Череповецком районе Вологодской области, зная об отсутствии у них разрешения на добычу дикого животного и путевки в закрепленные охотничьи угодья, используя снегоходы, преследовали самку лося. Своими действиями мужчины довели животное до изнеможения, после чего повалили его на землю, покрытую снежным покровом, и осуществили удушение. Согласно сведениям Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области, государству причинен вред в размере 400 тысяч рублей. Как мы уже сообщали в начале марта, Московский районный суд города Твери удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы. Расследование продолжается.